чего там еще? Да? Мам, я ничего не понимаю. Почему я не должен телефон брать? Дамик, мне только что звонил сиреноголовый. Он сказал, что он хочет похитить моего сына. Возможно, он будет звонить тебе. Мам, какой сиреноголовый? Успокойся. Сиреноголовый. Мам. Ну вот, я же говорила, не бери трубку, не бери трубку. Мам, надо узнать, что он хочет. Надо ответить, чтобы мы узнали. Ну давай. Что там, что? Мам, я почему-то вижу сам себя. В смысле? Ну, это тут, там же это, фронтальная камера. Нет, мам, ты не поняла. Фронтальная камера – это одно. Посмотри, вот фронтальная камера, а кто тогда меня снимает здесь? Дамик, он как будто наблюдает за нами. Ага. Где-то может быть камера. Смотри, правда видно и тебя, и меня. Да как это, я не пойму? Дамик, он точно наблюдает за нами где-то здесь. Угу. Как будто у него камера установлена. Он видит нас. Да где же он, Дамик? Смотри, камера движется, как будто он идет туда. Что тебе нужно от нас? Дамик, он движется на нас. Привет! Дамик, а это наша новая камера наружного наблюдения. А старые чё, всё? Хочу заменить на эти, у них угол обзора больше. А чё ты повесил ты её на самый сон цепёл? Да она выдерживает как высокую температуру, так и низкую. Ни снег, ни дождь ей нипочём. Ха, любишь ты всякие гаджеты. Ого! А ещё ей можно управлять прям с телефона. Ага, а еще у нее есть датчик движения. Побегай туда-сюда. Отлично, все работает. Дамик, пойдем домой, у меня для тебя еще кое-что есть. Для меня? Да-да-да, пойдем, пойдем. Так, ну садись уже, что ты мне там прикупил? Сейчас все узнаем, садись уже за стол. А это тебе. Часы. Не просто часы, а смарт-часы. Вечно ты телефон дома забываешь, а часы одела, они всегда при тебе. Эх, тоже верно. Ладно, хотя бы помоги надеть. Давай. У них там много разных функций. Камера для видеозвонков, будильник, игры, прослушка. Чего? Я что сказал, прослушка? Да нет, часы просто пушка! Ладно, я гулять до вечера. Нормально я так выкрутился. Прослушка, просто пушка. Ставь лайк, если понравилось. Датчик движения сработал. Так, кто у нас там ходит? Что? Сиреноголовый? Дамик же на улице гуляет. Дамик, надо срочно тебе позвонить. Тебе хоть на шею, хоть на руку повесь, все равно не слышишь. Спокойствие, спокойствие. Он ушел гулять, он в безопасности. Да кого я успокаиваю, какая безопасность?
Так, 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 на нем же часы, точно, прослушка. Сиреноголов... Тамик, Тамик. Черт, он же меня не слышит. Пап, ты чего? Тамик, ты как тут? Да я же пришел час назад. Ты в комп играл, сказал не мешать. В комп? Так вот откуда этот звук был. Какой еще звук? Да никакой. Понравилась серия? Ставь лайк. И не забудь подписаться на канал Фанни Дамик. А если хочешь себе такие же крутые гаджеты, то переходи по ссылке в описании. Всем пока-пока! Дамик. 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 Дамик, не смешно уже. Что за прятки-то, а? Прятки? Пап, ну что ты все орешь-то? Где ты ходишь все, Дамик? Слушай, у меня тут мысль одна появилась. Ну и что на этот раз? Как ты относишься к экстриму? Чего? Короче, сейчас поедем в лес, сыграем в камуфляжные прятки. О, прикольно, погнали. Давай на Цуефа, кто первый прячется. Давай. Камень, ножницы, бумага. Цуефа. 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 Иди прячься. Раз, два. Семнадцать, 18, 19, 20. Ладно, кто не спрятался, я не виноват, я иду искать. Алло, Дамик, где ты? Блин, пап, так нечестно! Да какой нечестно? Тут сиреноголовый по лесу гуляет. Где ты? Да здесь, за каким-то бетонным кругом. Окей, я иду к тебе, выходи. Пап, пап! О, Дамик, иди сюда. Дамик, я только что видел сиреноголового. Что будем делать? Валим отсюда. Видимо, выходят. Пап, так получается, что они не злые? Не знаю. Пойдем, а то мы тоже отхватим.